Отдай мяч, Давыдов! Не разговаривай, держи его! Не возьми, держи его! Мяч возьми! Вообще не разговаривай! Лови, лови! Бери, держи его, ладно! Держи! Тон, отнимай! Держи! Эх ты, художник! Пошли купаться! Пошли купаться! Ну что стоишь? Мать звала. Иди домой. Койку или комнату? Какую комнату? Солнечную. Окна и сад. 3 метра высоты. Холодильник, телевизор, телефон. Простите, мне нужна Варшавская улица. Женщина, на Варшавской улице, говорят, водопровод не работает, и потом до моря далеко. Водопровод меня как-то не интересует. Я приехала к Данилке Давыдову из Москвы отбирать рисунки на конкурс в Индию. Так. Вы его случайно не знаете? Ну как же, Данилку Давыдову случайно знает весь город. Вот пойдете прямо, потом направо, сядете на 5-й троллейбус до конечной остановки, там спросите, вам каждый скажет. Всего хорошего. Койку или комнату? Тебе сказать, что дома? Или сам? Скажи. Нинка твоя. Врешь. На кухне сидит. У тебя совесть есть? Тебе что, нечего надеть? Что же ты перед домом голый бегаешь? Ты хотя бы Ниночку постеснялся. И какая девочка с тобой будет дружить? Ты же всю свою жизнь на футбол угробил. Ну и что? Что, ну и что? Я думала, что с возрастом ты поумнеешь. Другие уже о профессии думают. Ну разве можно быть таким глупым? Ну, значит, можно. Я требую, пока я тебя кормлю, чтобы ты меня слушался. Пока. Иначе иди и сам зарабатывай деньги. Пока школу не кончу, ты обязана меня кормить. Например, сильнейшие футболисты регулярно тренируются в беге и прыжках, в бассейне, бегают на лыжах и так далее. А легкоатлеты упражняются на гимнастических снарядах, ходят на лыжах, поднимают штангу, играют в баскетбол и в футбол. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приехала из Москвы к вашему сыну отбирать рисунки на конкурс в Индии. Из самой Москвы? Пожалуйста, проходите, давайте чемодан, раздевайтесь. Вы, наверное, устали. Чем лучше всего заняться, а не откладывая приступать к тренировкам сперва в одном, а если не получится, в другом и, может быть, даже в третьем виде спорта. Только не уйти. Тебе очень плохо. Чемпионы всесоюзной спорта. Мать обидела. Мама!
Ты опять за свое? Я тебе сколько раз говорил, не бей моего брата, разве так воспитывают? Вы слышали? Я из дома убегу, если ты будешь драться. Ну что я ему такого сделала, а? Данилка, может быть, покажешь мне свои рисунки? А что вас интересует? Ранний период моего творчества или поздний? А какой у тебя сейчас период? Кризис у меня. Ты чё разлёгся? Когда надо, его нет дома, а когда не надо, не выгонишь. Уж очень обидчивые стали. Мало ли, что я могла сгоряча сказать. Тогда этого довести надо. Боря, иди поешь, и девочку проводи. Чего? А неправильно она с людьми обращается. Отец уже ушел от нас. Данилка вырастет, тоже уйдет. Один я останусь. Знаешь, уеду я на лето работать. Куда это? На рыбзавод. Ну, очень ты там нужен. Меня отец устроит. У него там друг работает. Ну и глупо последнюю каникулу на это убивать. Борь, а ты из-за этого расстроился, да? Из-за мамы? При чем тут мама? А из-за кого? Из-за вас. Уезжаете. Ты, потом Данилка. А тебе все одно, что я уезжаю, что Данилка, да? Одинаково. Нет, конечно. А из-за кого больше? А ты догадайся. Ты куда уезжаешь? В Лазурное. Там хорошо? Говорят, хорошо. Значит, писать не будешь. Когда хорошо, тогда не пишут. Нет, буду. Каждый день? Не каждый, но буду. Правда, ты мне пиши. Все-таки ты у меня свет в окошке. Смотри, как отсюда видно. Я люблю сюда приходить, когда мне хорошо. Ну и когда плохо тоже. Эх, Нинка, Нинка. Завтра ты уедешь, потом Данилка. Что я без вас буду делать? Закрой глаза. А что? Закрой. Сплю.
можно тебе? Ну, давай только тихо, а то мать разбудишь, мне же попадет. Я тихо. Борка, я думаю, жениться мне или подождать? На ком жениться? На Верке или на Люське? Да Маринка мне тоже нравится. Она здорово шейк танцует, да? Ну, а как же Люська-то? Люська красивая, но дерется. А Маринка что, не дерется? Ну, дерется. Зато у нее мать, знаешь, какие пироги делает. Ну что ж ты молчишь? Ты советуй. Ну, на твоем бы месте я выбрал пироги. На, ты голодный. Где все вообще? Простите, молодой человек, вы не знаете, тут нет какого-нибудь синтетического отряда? Какого? Ну, чтобы объединял сразу несколько талантов. Нет, не знаю. Знаете, да? Простите, ну а вот у вас, например, какой талант? А у меня никакого таланта нет. А что же вы тут делаете без талантов? Брат провожает. А у брата какой талант? Да ты что? У него брат Данилка Давыдов. Художник, да? Да. Вы знаете что? У нас с Гариком тоже потрясающее чувство цвета. Кроме того, мы поем, танцуем, играем на скрипке. Так что, вы знаете, мы просто никак не можем решить, где же он сильнее всех себя выразит, мой маленький. А ваш брат, конечно, не танцует, да? Нет. Угу. Ну, понятно, понятно. Я так и думала. Угу. До свидания. Ты чего пихуешь? Чемодан на дороге поставил, а еще спрашивает. Дорога вон где, а чемодан вот где. Еще раз потыкнешься, плохо будет. Подумаешь, Гогочка, думаю, то в Индию посылает. Так я его и боюсь. Тебя вот не посылают. А я и сам не поеду, а то пойдем. Куда? Туда. Зачем? Испугался. Ты пошли. И пойду. Ну че стоишь? Кто стоит? Ты стоишь, я что ли? Но ты, универсал. Иди, иди. Ну, чего он тебе? Да ничего. Хотел ему врезать. Да ты помешал. На, держи это тебе. Борь, застегни мне сандалию, а то мать ушла. Эх ты, горе ты мое. Что ты в лагере будешь делать, а? Ну, где нога? Вот нога. Вот. Ну что, самому трудно было, да? Слушай, здесь отец. Если будет спрашивать, как живем, отвечай. Хорошо или замечательно, понял? Мам, я давно уже понял, что мы живем хорошо, и всем так говорю. Здрасте всем. Здрасте. Ну, папа, я тебе сколько раз говорил, не ем я мороженое в шоколаде. Ну и хорошо, зато я ем все в шоколаде. Внимание! Объявляется посадка. Отряд скрипка первый автобус. ИЗО второй автобус. Отряд духовые третий автобус.
Держи. Так. Опа. Слушай, иди попрощайся с отцом. Он же на полгода в плавание уходит. Что, тебе трудно? Трудно. Товарищи родители, автобус отправляется. Ну, ладно. Не хочешь быть человеком, так напиши, по крайней мере. Напишешь? Напишу. Борька, как о конкурсе узнаешь, напиши сразу, ладно? Ладно, напишу. Зачем он приходил? Не пойму. Просто так? Знаешь, я смотрела на отца и думала, долго с ней он не протянет. Вот увидишь, он вернется к нам, но будет поздно. Не надо, мам. Ниночка Масленникова. Мне соседка из третьего подъезда говорит, у них любовь. Что это за любовь в твои годы? Это тебя не касается. Как это не касается? Пока я тебя кормлю, меня все касается. Вот когда ты будешь зарабатывать, тогда ходи на голове. Знаешь, почему я тебя спросила про Ниночку? Ну что? Она тебе прислала письмо. Еще не успела уехать, а уже прислала письмо. Видишь? Давай дома Борису. Положи куда-нибудь. Тебе все равно? Ну чего мне волноваться-то? А я возьму и выкину в окно. Пожалуйста. Пожалуйста? Пожалуйста. Ну и хорошо. Ты куда? Тебе все равно. Слушай, мать, ты поезжай куда-нибудь, отдохни, приведи свои нервы в порядок. А то я скоро стану таким же сумасшедшим, как и ты. Ей-богу. Это мое письмо! Откуда я знаю, что это твое письмо? Оно на земле лежало. Ну хорошо, подняли, спасибо. Теперь давайте его мне. Нет, я его опущу по адресу. Ну так на конверте же мой адрес. Если это твой адрес, ты его и получишь. Боря, ты куда? Боря, вернись! Ваши билеты. Mm-hmm.
Зайцев. Я ведь видел, как ты от контролеров улепетал. Я сейчас на остановке милицию позову. Как не стыдно. Взрослый парень. Товарищ, со мной лучше не связываться. Я брат Данилки Давыдова. Кто это? Данилка Давыдов. Мой брат. Парень, остроумный ты заяц. Это хорошо. А ты знаешь, я кто? Кто? Дачник. В город отдохнуть за продуктами ездил. Подожди, подожди. Это что ли? Может, подарите? Бери, бери, жалко, что ли? Спасибо. Пожалуйста, а он что, у тебя художник, что ли? Художник. Хорошо рисует? Мне нравится. Талант, значит. Наверное. Мне у него очень три картины нравятся. Ну? Снег идет, голубые яблоки и еще одна. Называется «Я и море». Так прямо называется «Я и море». Ишь ты. А ты далеко едешь? Лазурная. Так ведь я туда же. Мне нужно в пионерлагерь химик. Химик? А у тебя что там, дела какие-нибудь? Мне девчонка написала. Случилось что-нибудь? Да я не знаю, мать письмо в окно выбросила, какой-то бармалей подобрал и опять в ящик бросил. Слушай, так завтра же и получишь. Завтра поздно. Ну а ты что, подождать не можешь? Не умею. Ваши билеты? Товарищ контролер, это мой сын. У меня сезонка. Вот. А ему... Ну, взять забыл. Знаете, я, пожалуй, сразу штраф заплачу, поскольку я виноват. И... Пивка хотите? Спасибо, на службе не пью. А это что еще за птица? Мой брат. Что ж, папаша, у вас два сына? Два. Тяжко, небось, с ними? Тяжко, конечно. А я другое скажу. Дети – это дети. Хоть ты их и проклинай каждый час, а все без них скучно. Конечно, скучно. Да. У меня ведь их трое. И все мужики? Да. Ого. Один-то уже здоровый парень, вроде вашего. А двоих-то еще подымать надо. Да. Ну ладно, чтобы не портить вам аппетит, езжайте с Богом. Спасибо, дорогой. Между прочим, тебе повезло. Да. Да. У меня в химике сестра физруком работает. Ну да. Анна Степановна. Нина. Нина. Проснись. Это я, Анна Степановна. Тебе Борис приехал. Борька. Как здорово, что ты приехал. Ты мое письмо получил? Получил, только я его прочесть не успел. А ты про что писала? Ой, ты знаешь, тут мне один совсем житья не дает. Где этот парень? В пятой бочке. Он что, в тебя влюбился? Наверное. Как его зовут? Лёшка Максимов. Дерется. Ага. Но больше не будет драться. Thank you.
Максимов. Проснись. Тебя начальник лагеря вызывает. Это не я. Это Боб. Мое дело маленькое. Сказано привести. А ты кто такой? А вот выйдем на улицу, сразу узнаешь. Идем. Ты чего к Нинке пристаешь? Да нужна она мне. Сама привязалась. Еще раз ее тронешь, будешь иметь дело со мной, понял? У меня от страха ноги трясутся. Ты что в нее, втрескался? Да, втрескался. Эх ты, за девчонкой бегаешь. А за кем же мне бегать? За тобой, что ли? Пловец. Ну что, по домам? По домам. Пока. Пока. Поехали. Ага. Что-нибудь существенное? Что? Я спрашиваю, не жалею, что приехал? Нет. Мне кажется, что у каждого человека должен быть кто-то. Не слышу! Кто должен быть у человека? Друг, друг! Ну, чтоб он тебе написал, а ты сразу к нему приехал. А, ну да. Здрасте, проглотил? Здрасте. Я тебе купила суконные рукавицы, ты их не потеряй. Угу. Вещи я сложила. Записку не забудь. Приедешь, сразу напиши мне. Ладно? Напишу. Так. Куда ты с гитарой собираешься? На работу. Ты соображаешь что-нибудь? Кто же с гитарой на работу ходит? Я. Это где вас такому учили? В школе. Нам что говорили? Работа — это праздник. А на праздник люди идут с музыкой. Вот так. Случилось вдруг в этот день, в этот час, словно хороший друг покидает нас. Будь
Будет спешить рассвет, будет снег, будет дождь, только прошедших лет больше не вернешь. Ты погоди, погоди, уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда иногда. Детство мое, постой, не спеши, погоди, дай мне ответ простой, что там впереди. Погоди, дай мне ответ простой, что там впереди, что там впереди. Здорово, Петрович. Здорово, Антош, здорово. Все жалуешься? Народу тебе не хватает. А ты мне что, подкинуть, что ли, хочешь, а? А вон к тебе пополнение. С гитарой. С какой же там гитарой? С семиструнной. Гляди, ошалел, хлопец. Да. А говоришь, народу нет. Тебе народ с музыкой идет. А как же? С музыкой. Слушай, ты что там по двору с бандурой гуляешь? А мне Григорий Иван Петрович нужен. А, ну так иди сюда. Здрасте. Ты что, на работу, что ли, устраиваться пришел? На работу. Как тебя зовут-то? Давыдов Борис Иванович. А что умеет делать Борис Иванович? Все, что надо. Сколько лет тебе? 17. Скоро. Ну, а как скоро тебе? Ну, совсем скоро. Тебя ко мне кто прислал-то? Так. Ладно, пошли. Доминошники, кончай игру. 8 часов. Сейчас, Петрович. 2 очка осталось. Никаких очков. В обед доиграете. Антон, у тебя место в шкафу для новенького найдется? Найдется. Здрасте. Ну вот пока с ним вместе будешь. Ну, кто с новеньким будет работать? Сергеев, тебе напарник нужен? Нужен. Только чем такого, лучше никакого. Да. Слушай, Анисимовна, ты мне вчера что-то на поясницу жаловалась. Жаловалась, Петрович, жаловалась. И сегодня не полегчал. А. Ну вот, будешь. С новеньким мусор убирать. А-а-а. Чё это на солнышке-то? Ну, ладно. Привет. Привет. Значит, твой будет вот 4-й шкаф. Давай, располагайся. Здрасте. Здрасте. Подожди, ты тут написал 3,50. Нет, ну, как ну давайте сосчитаем, да по вашему жару можно оставить? Повесь. Сколько он работал? Нет, ну мы, конечно, не будем ссориться, но как же так получается? Мы ссориться не будем. Мне сказали с вами... Меня зовут Евдокия Анисимовна. Ну, тетя Дуся, значит. Вот для кого тетя Дуся, а для тебя... Да тетя Дуся, не отпирайтесь. Что делать-то? Мусор туда таскать. С места на место. Зато на солнышке. Ну, с Богом, тетя Дуся. Поехали. Поехали.
Мастеру первой линии приготовить рыбу к отгрузке. Мастеру первой линии приготовить рыбу к отгрузке. Петрович. Чё? Ты что, уморить меня хочешь? Да ты что, Анисина? Кого ты мне в напарники дал? Ведь он с носилками-то на перегонки бежит. Да он еще ребенок, ему паспорт недавно дали. Что ему дали, что не дали, я не знаю. Но только нынешнюю молодежь откармливают так, как на выставку. Разве мне за ним угнаться? Одним словом, я с ним работать больше не буду. Антон, вот тебе напарник, с ним будет работать вместе. А что это голый-то? А я не голый, в плавках. Ну и видик у тебя. А мой видик на работе не отражается. Поехали. Вас как зовут? Лена. А меня Борис. Вы на гитаре играете? Да не особенно, но если поют, могу подыграть. Не устали еще? Да нет, что вы. Пустышка. Пусто три. Отдуплюсь. Ты проверь, я подожду. Да. Ты ко мне что? За гитарой. Возьми. Слушай, я тебе уже скажу, не надо больше никому ничего доказывать. А то ты к концу дня ноги протянешь, я точно говорю. Понятно. Ты еду взял с собой? Уже пообедал. Да-да, слушаю. Шабаш! Ну, живой? Спина-то разгибается? Разгибается. Борь, не надо на железе лежать. Ты гитару не забудь. Ладно. Ну, что у вас дом-то? Как отец с матерью? Ничего. Живы, здоровы. Ну и ладно. Да, ты вот что мне скажи. Это не про твоего брата в газетах пишут. Про художника. Не, не про моего.
Ну, Борь, давай располагайся, а я пойду по хозяйству, похлопочу. Петрович, а ты давно с отцом знаком? Еще с войны знаком. Он тогда молодой был, пацан-то. Вот вроде тебя. А воевал хорошо, ничего не скажешь. А где вы воевали? Везде. Начали вот здесь. Ты о морском десанте слышал? В школе чего-то говорили. Так это разве о вас? Если в 44-м, то о нас. Так а нам говорили-то, что от десанта никого не осталось? Практически оно так получилось. Вот я, отец твой, да еще человек 5 осталось. Вот все. Высаживалось 1000. Здоровый? Да ничего. А отец мне никогда об этом не рассказывал. Что это там за люди на берегу? Где? Вон, на гребне. Турист, что ли? Данилка! 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 Все в порядке. А у тебя? У меня лучше всех. Вы что здесь делаете?
Нас на этюды привезли, на автобусе, море рисовать. Мне не нравится. Я море ночью люблю. Или утром рано. Ты не только работай, ты отдыхай. Про конкурс свой день ничего не слыхал. Откуда? Я же в городе почти не бываю. И что я по тебе так соскучился? Ведь ничего же в тебе хорошего нет, кроме того, что ты мой брат. Верно? Неверно. Давыдов! Уезжаем! Зовут. Нинке привет. Ну-ка. Так. Ну, здесь же место есть. Для письма специально. Ну, а чего писать-то? Ой, давайте я напишу. Милая мама. Мою первую получку... Ну, что? Потрать только на себя. Ну? Я жив и здоров. Чего и тебе желаю. Целую. Правильно. Не надо, не надо целую. Почему это не надо? Еще как надо. Подрастешь, поймешь. Твой верный сын Борис. Ну какой сын? Ну, такой, ну какой? Деньги давай. Верочка, Верочка, все бросай. Вот это вот пулей. Вот бланк, деньги, а вот виновник торжества. Чит, я никогда его не видела. Сегодня увидишь. Мардинот, зерпосомный добрый. Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствует вас грузинский ансамбль. Быть таким молодым и целый вечер сидеть на одном месте. Да. Боря, почему вы не танцуете? Не умею. Так я и поверила. А может, у тебя симпатия в городе? А может. Да какая там симпатия? Пошли. Ну, пошли. Пошли. Давай, 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 давай. Симпатия. А она красивая? Она славная. Как ее зовут? Нина. Деньги я твой сынок получила. Спасибо. Вот купила тебе. И еще купила рубашку нейлоновую, полосочку. Все и очереди выбирали. Ну, мам, я же просил, чтоб на меня ничего не тратила. А на кого же буду тратить? Ты уже стал взрослый. Ну, если куда пойти, у тебя все есть. Сейчас очень обращает внимание на внешний вид. Ну, да. Ну, теперь всю жизнь так и будет. Я одно, а ты. Наоборот. Ну, ладно. Я позавчера потратилась. Самой стыдно, смотри. Духи пахнут, как французские,
сами польские называются, быть может. Знаешь, мне очень важно внимание твое. Я к тебе приехала на 2 дня. Наверное, грязью зарос. Это я постираю, а белье чистое привезла. И полы помою. Я сам. Ну, это не мужицкое дело, я сама помою. Данилка тебе пишет? Угу. А мне, негодяй, не пишет. А дома что? Ну, дома как дома. Скучно дома. Хожу по квартире туда-сюда. Жду, когда наконец лето окончится. Слушай, все спрашивают. Конкурс в Индии начался, а ответа нет. И ты уехал. И не с кем мне посоветоваться. Это Верка со второго цеха говорила. У нее дочка в химике. Что в пионерском лагере в воскресенье родительский день. Ты поезжай к Ниночке, передай от меня гостинцы. И туфли пригодятся. Товарищи родители, кто не знает, куда пройти, спросите у меня. Скажите, где Леночка Ифанова? 7-й отряд вниз, пожалуйста. Андрюша Моргунов. Андрюша. Он в 1-м отряде писал. 1-й отряд в летнем клубе, пожалуйста, вниз направо. А Павлик Семенов? Поднимитесь наверх. А вы к кому? У меня сестра Нина Масленникова в 1-м отряде. Да, но я вас уже видела, в первый раз вы были племянником. Такая молодая, уже все путает. Боря, здрасте. Здрасте. Вы видели Нину? Нет еще. Боря, я что хотел спросить? Мне Нина говорила, чтобы брать того самого Данилки Давыдова. Ну да, того самого. Какие вести из Индии? Наводнение у них. А если всерьез? Тогда я не знаю. Ну хорошо, идите, она в клубе. Максимов, привет. Здорово. Я твою Нинку не трогал. Можешь у нее спросить. А тебя не взяли? Я им строй порчу. У них гимнастика. Скорее бы этот родительский кончался. А ты кто сегодня-то? Брат. А-а-а. Слушай, позови ее, ладно? Ладно, сейчас. Угу. Нин, тебе брат приехал. У меня нет брата, Максимов. А вон там, не он стоит. Здорово, сестренка. Здорово, братишка. Ой, слушай, что делается сегодня? Папа с мамой тоже приехали, так что поосторожнее будь с братишкой. Понял. Они после обеда уедут. А потом у вас тихий час. Сегодня не будет родительский день. Ой, мне тебе так много сказать нужно. А что у тебя в сетке? Смотри сюда. Это все мне? А? Да, вижу. Черешня. Ну, дальше не буду смотреть, а то на обед опоздаю. Так мы с тобой договорились? Нет. Господи, какой бестолковый. Давай сюда сетку, оставайся здесь. Приду 2:30, принесу поесть и кое-что важное и приважное скажу. Плыви сюда. А почему это я? Давай ты. Мне нельзя. Нам не разрешают.
Лёшка, ты на что-то намекаешь? Намекаю. А ты прямо? Вон, посмотри. Ну, посмотрел. Видишь канат? Вижу. Ну и что? Ты бы мог по нему подняться наверх с помощью рук. Хм, мне моя жизнь дорога. А канат не оборвется. Мы на нем втроем держались. Так все равно. Высоко, а потом учти, руки сотрешь. И еще, канат будет отходить, будешь о стену биться со страшной силой. Не советую. Насчет меня все ясно. А ты бы смог? Не. Во мне силы есть, чтобы с тобой справиться. Здесь другая сила нужна. Это в цирке могут. Значит, не полезешь? Не. И никто тебя не заставит? Никто. А что? Да так, ничего. Принеси из столовки хлеба. Ты с тобой целую сетку привез. Ну ладно, обойдемся. Борька, черешню я съел сама, а остальное по-братски поделил с девчонками. Зато два обеда принесла. Ты здоровый, тебе надо много есть. Вода отличная. Ирюш, купайся. Что ты, из лагеря выгонят. Это ты вольный человек. Тебе все можно. Есть-то будешь? А ты не забыл по дороге важный, приважный? Борь, ты себя хорошо чувствуешь? Хорошо. И ничего, тебе не болит? Нигде ничего. Ну, поешь. Я потом скажу. Нет, сначала. Ты ведь очень сильный. Дальше. Видишь вон ту скалу? Канат? Да. Я, дурак, должен подняться наверх одними руками. Ну да. Я думала, это легко. Если бы я знала, что это так трудно, я бы не спорила. С кем? С Аликом Казанцевым. Он сказал, что на эту скалу никто не поднимется. Да, а я сказала... А ты сказала, что если я прикажу, то Борька поднимется. Совсем не так. Я сказала, а вот Борька поднимется. Алик говорит, спорим. Мы поспорили. Потом он говорит, посмотри на канат. Я посмотрела и думаю, а может, ты поднимешься, а? Утрешь нос этим слабакам, пусть не задираются. А зато я тебя поцелую, как тогда. Хочешь? Ладно. Я попробую. А кто свидетель? Я и Казанцев. Не надо подниматься. Это дурацкий спор. Просто она похвасталась. Ну и я решил. Она обещала? Но обещала. Борька, Борька, ты не представляешь, как я за тебя волнуюсь. Ты плыви, мы на лодке рядом будем. Нинка, нехорошо ты со мной обращаешься. Неправильно. Но ты мне нравишься. И все же я не твоя вещь.
что он так долго? Знала бы, не просила. Замолчи, дура. Он же убийцу может. Хватит! Слезай! Ну, я же сказала. Будет тяжело, не поднимайся. Анна Степановна, там Борька взбирается по канату. Уже на середине. Где там? На скале? Ага. За докторшей, скорей. Чьи глаза бездонные пруды с полотком, с весенним, с поволокой, с поводом для боли, для беды. Я б назвал такую королева, что у нас давно отменено. Я б назвал такую королева. Здесь постоим. Пойдем. Борька, пойдем я тебя с Алькой Казанцевой познакомлю, а? Уже знакомы. Считается. Ты ведь не знаешь, какой он талантливый. Он стихи сочиняет. Ты даже представить себе не можешь, какой он в себе неуверенный. Представляю. Это тебе не по канату подниматься. Тут голова нужна.
Эй, парень, ты местный? Местный. Свет погасите. До города далеко? Не близко. А вы героев ищете? Откуда ты знаешь? А вот у вас написано. А я вот знаю вот такого дядьку. Он здесь воевал, потом жить остался. А к нему никто не едет. А он герой не хуже многих. Нет, нет, у нас маршрут другой. Мы хотели заехать к одному фронтовику, передать ему вымпел завода, записать его рассказ. Так зачем же вам на ночь глядя куда-то ехать? Завтра запишите. Ну, поехали к тому дядьке, не пожалеете. В другой раз. А до города дорогу знаешь? Знаю. А кто командир? Я. Можешь показать дорогу? Покажу. Садись ко мне. Поехали. Вот так, прямо. Слушай, а как зовут твоего дядьку? Григорьев Иван Петрович. А что он такого совершил? Здесь в 44-м году десант был. Насмерть стояли. Их из 1000 всего 7 человек осталось. Дай адрес, на обратном пути заедем. Обязательно. Что-то мы, по-моему, не туда заехали. Почему не туда? Петрович вот там живет. Какой еще Петрович? Ну, про которого я говорил. А где город? Нет города. Ты что, парень, издеваешься? Ничего подобного. С каждым может случиться, что он перепутает. Эх, парень, поговорил бы я с тобой. Ну, поговори. Только поедем, ладно? Твой Петрович где? Огни видишь? Вот там. А где город? Далеко до города. К утру приедете. Ну ладно, твоя взяла. Ну, как тебе? Ростовские-то. Хорошие ребята. Уважительные такие. Я им чего там такого лишнего не наговорил? Да вроде нет. Ну, а теперь признайся. Ты их привез. Петрович, опять ты за свое? Раз сказал, к тебе ехали, значит, верить надо. Что ты такой сердитый? Я не сердитый. Какой я сердитый? Я знаю, что больше всего на свете люблю? Ну? Смеяться. О! Точно. Мы раньше с Данилкой как начнем хохотать, так целый день можно просмеяться. Сейчас уже так не могу. Ты что же это? Постарел. А чего ж тогда от брата своего отрекся? Да я не отрекался. Надоело быть братом Данилки Давыдова, вот и все. Завидуешь? Да я не тому завидую, что он такой знаменитый, а просто он маленький, а уже нашел себя. Я порой не знаю, ради чего я живу. А он знает, он с этим родился. Талант у него. У тебя тоже талант есть. А какой талант? Быть человеком. С тобой людям тепло. А это очень редкий талант. Серый камень, серый камень, семь пудов. Ох, серый камень так и не тянет. Как несчастная любовь. А мы с Миленочком расстались, а пошли по сторонам. Он заиграл, а я запела. Ох, легко ли было нам? Ой. Ой, 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 ой. Ну, хватит тебе, Антон, кричать, надоело уже, ну надоело. Борька, сыграй что-нибудь на прощание. Ага. Не умею.
Ну, чего не умею, того не умею. А зачем же носишь ее всегда? Для пижон. Эй, парень, садись, отходим. Ну ладно, пижон, попутного ветра тебе. Будешь в городе, заходи. Ну, там видно будет. Нет, спасибо. Товарищи, у нас ремонт. Осторожно, окрашено. Товарищи, у нас ремонт. Осторожно, окрашено. Спасибо. Ой, предупреждают, предупреждают вас. Таблички понавешали, а вы все пачкаетесь. Где? Вон на рукаве. Да. Скипидарчиком надо. Вон там скипидар, потрите, должно сойти. Спасибо. Бутылочку пива, пожалуйста. Почистите мне, пожалуйста. Вот, хорошо, хорошо. Благодарю вас. Пожалуйста. И вот здесь, пожалуйста. Следующий! Спасибо. Молодой человек, будьте любезны. Следующий! Все, все, спасибо. Борька, мы только что тебе говорили. Это Олег Казанцев, помнишь? Я вас хотел познакомить. Он еще стихи сочиняет. Плохие стихи. А ты где сидишь? Десятый ряд, 11-е место. Почти рядом с нами. Ой, третий звонок. Ну, пошли. Что ж вы встали, молодой человек? Товарищ, сеанс начинается. Входите.
Боря, иди к нему скорее, я не знаю, что делать. Ты хоть ему скажи, он тебя послушает. Ну что, что еще? А то, что рисунки вернули и первую премию не получили, а только поощрили. Ну и плевать. Да это мои рисунки. Что хочу, то и заткнись, щенок. Что ты, спортсмен, что ли? Зачем тебе первая премия? Ну, бей, бей, может быть, легче станет. Эх ты, яблоки чуть не порвал, мои любимые. Бездарья. Дурак ты малолетний. Гений. Психованный. Где-то за тем углом детство вдаль бежит. Детство.